Привет всем любителям путешествий, с вами снова проект «За порогом». И сегодня мы приехали в Челябинскую область, в небольшое село Бедерыш, которое находится прямо на границе с Башкирией. Примечательно оно тем, что с недавнего времени стало считаться самой настоящей меккой для любителей катания на снегоходов. Здесь на ограниченной территории расположены целых три базы снегоходчиков, и в одну из них мы сегодня приехали. Но поскольку приехали мы вечером, активная часть маршрута нас ждет завтра, а вы узнаете об этом прямо сейчас. Не переключайтесь, поехали! Численность населения в Бедерыше, когда-то бывшем довольно крупным селом, стремительно сокращается. С каждым годом появляется все больше заброшенных домов, а местных жителей сегодня можно насчитать чуть больше пары десятков. А меж тем село примерно того же возраста, а по некоторым данным даже старше, чем райцентр город Катав-Ивановск. Местные первопоселенцы сперва разводили здесь лошадей, которых использовали для строительства Катав-Ивановского завода. А позже жгли уголь для заводских нужд и на тех же лошадях возили его в Катав. По переписи населения 1926 года в Бедерыше было 654 жителя. В 2002 году здесь проживало 118 человек, а в 2010 всего 39. И с тех пор эти цифры также продолжают уменьшаться. Но ближе к выходным тихое село оживает, наполняется приезжими гостями, а окрестности оглашают звуки снегоходных моторов. База, куда мы приехали, называется по-простому «Метелица». В отличие от амбициозных соседей, в названиях которых всюду сквозят иноземные ризоты, хаяты и сити. Но простота в названии отнюдь не относится к внутреннему содержанию базы. Попадая за ее ворота, как будто переносишься из уральской глубинки на какой-нибудь тихий альпийский курорт. Аккуратные деревянные дома, изысканные интерьеры и европейский порядок на территории. Тепло, уютно, атмосферно. Стоянка снегоходов просто впечатляет. Несколько десятков аппаратов, каждый стоимостью как хороший автомобиль, приехали сюда из разных городов страны. Почти все самого высокого горного класса. Многие владельцы снегоходной техники, чтобы каждый раз не связываться с ее транспортировкой, оставляют здесь свои снегоходы на весь сезон и приезжают на выходные уже налегке. А привлекает их в окрестности Бедерыша огромное количество снега, которого здесь выпадает просто аномально много. Буквально пару десятков километров в любую сторону, и снега будет значительно меньше. Видимо, сказывается географическое положение села, расположенного в межгорной котловине между хребтами Амшар, Черный и отрогами хребта Сухих гор. Здесь же неподалеку находятся истоки рек Лемеза и Бедерыш, которые вместе слияния выглядят совершенно равнозначными. Но туда мы доберемся чуть позже, а сейчас попробуем подняться на одну из близлежащих вершин. Поднимаемся на гору Полуденная. Снег очень тяжелый, температура плюсовая, снег просел. Еще к тому же сопровождающий нас местный гид куда-то уехал. Попробуем подняться в одиночку, там, может, где-нибудь найдемся. Компанию нам составил опытный снегоходчик из Челябинска Антон Сагрин. И без его помощи нам было бы ой как нелегко. Несколько раз приходилось выкапывать и выталкивать из глубокого снега застрявшую технику, и Антон всегда оказывал нам необходимую помощь, за что ему огромное человеческое спасибо. Вскоре он нашелся, или, может быть, наоборот, это мы нашлись, но в любом случае мы уже вместе продолжили путь на вершину горы. Вот, наконец-то мы добрались до вершины горы Полуденная. Слава богу, отыскался наш гид, сопровождающий и спаситель Антон. Так что мы теперь в полном составе можем двигаться дальше.
Но что могу сказать, панорама потрясающая, вот прямо напротив у нас хребет Черный, за ним вдали, конечно, но отчетливо виден один из самых, наверное, даже самый красивый хребет Южного Урала – Нары, и вот еще левее хребет Сухих гор. Помимо этих хребтов, Бедерыш окружают множество других гор поменьше, каждая из которых имеет говорящее название – высокая, березовая, дубовая, елевая, черничная, мокрая или даже страшная. Места здесь действительно глухие, самый что ни на есть таежный угол. Река Бедерыш, от которой получила название село, огибает гору Полуденная почти со всех сторон, и в какую сторону ни спустись, наверняка попадешь в ее долину. Ну вот мы спустились в долину реки Бедерыш, и по ней двигаемся вниз по течению в сторону деревни Мулзакаева, которая находится уже в Башкирии. Очередной раз порвался ремень, снег очень тяжелый, снегоход перегружен, идет тяжело, хорошо, что есть запасной. Как я уже говорил, на этом участке реки Бедерыш и Лемеза практически одинаковые. И весной по высокой воде любители сплавов иногда начинают маршруты от села Бедерыш. Русло реки тут уже достаточно широкое, чистое, без завалов и весьма живописное. Ехать по нему на снегоходе – одно удовольствие. Вот мы добрались до слияния рек Бедерыш и Лемеза. Осталось километра 3 до деревни Искушта, и это уже территория Башкирии. В паре километров от Искушты находится очень живописное место, где в одной точке можно наблюдать красивый скальный утес, кристально чистый горный ручей и каменную реку Курум. Правда, два последних объекта сейчас надежно укрыты плотным слоем снега, и нам остается довольствоваться только видом скалы. Одно из самых знаковых мест на реке Лемеза – скала в устье ручья Шаркараук. Обычно отсюда начинаются весенние сплавы, а ниже будет категорийный порог «Черная речка». Но до порога мы не поехали, потому что река уже местами вскрылась, а утопить дорогостоящие снегоходы в наши сегодняшние планы не входило. Обратный путь был уже не по реке, а по дорогам. Частично общего пользования, частично по лесным, которые зимой, естественно, не чистятся. Вот геологический разрез, где на поверхность выходит горная порода, которая называется лемезит, он же строматолитовый известняк. И встречается он только на небольшом ограниченном ареале, вот здесь именно на границе Башкирии и Челябинской области. Лемезит, названный так по реке, где он впервые был обнаружен, поделочный и облицовочный камень, был открыт юными геологами в начале 70-х годов. Основные горообразующие породы западного склона Южного Урала состоят из осадочных пород и продуктов жизнедеятельности морских обитателей. Красноватые известняки сложены из столбчатых водорослей, строматолитов, имеющих диаметр от 1 до 6 сантиметров.
Пространство между водорослями заполнено карбонатно-глинистым цементом, который и придает породе соответствующую окраску. Естественный процесс образования строматолитовых известняков на дне теплого Рифейского моря длился десятки и даже сотни миллионов лет. Друзья мои, горный снегоход – это что-то невероятное. Ничего общего не имеет с катанием на обычном утилитарном. В Бедерыше, как и в соседнем поселке Лемеза, отсутствует любая сотовая связь. Для нас, живущих на Урале, это вполне понятное явление, а вот ребята, приехавшие покататься из Подмосковья, были слегка шокированы. Впрочем, не все так безрадостно. На базе вполне прилично работает спутниковый интернет, но и жители Лемезы, Бедерыша и прочих окрестных селений, обделенных вниманием сотовых операторов, не чувствуют себя отрезанными от внешнего мира. Алло, привет. Как меня слышно? Да, я тебя тоже нормально. Немножко, правда, с какой-то задержкой, но слышно. У нас все хорошо. Накатались просто супер от души. Едем домой. Все, пока-пока. Скоро буду. Вот так в таежной глуши, где нету ни сотовой связи, ни интернета, само собой. Зато работает вполне исправно, абсолютно бесплатный спутниковый телефон. Ну и напоследок напомню, как сюда добраться. Путь в Бедерыш лежит сперва по трассе М5 в сторону Челябинска, затем через Катав Иваныск, попасть в который можно разными дорогами. В первом варианте можно на повороте на Кропачево свернуть направо и ехать либо через село Серпиевка, либо перед ним повернуть на Арадское. Потом обе дороги снова сойдутся. Второй вариант – проехать до поворота на Усть-Катав и повернуть направо, в сторону села Орловка. Преимущество первого варианта – можно быстрее уйти с загруженной трассы М5. Второго – чуть получше дорожное покрытие. Но в целом дороги Катав-Ивановского района оставляют желать лучшего. Завершился наш очередной маршрут. Отдыхайте активно и с удовольствием, не сидите дома, ведь самое интересное всегда ждет нас за порогом. До новых встреч, друзья!